Всем привет! Привет! Вы на канале Ева and Play. И сегодня мы покажем вам, как варить мыло. Ева, колдуй набор для мыла. Абра-кадабра. Вот, Ева, у тебя в руках появилось мыло, набор для мыла. Давай посмотрим, что же это такое. Покрути, покажи. Фигурное мыло своими руками. Вот такая интересная коробочка. Там. Давай сейчас будем смотреть, что там находится. Основа 2 мыла. Основа 2. Одно прозрачное, одно непрозрачное, да? Стакан. Стаканчик. Клади. И 3 красителя. И еще что-то. И формочки. И формочки, в которые заливать мыло, да? Угу. Давай все доставай, коробочку отставляй в сторону. Так. Значит, давай дай мне коробочку. Еще ножик. А, еще вот, ножик забыли. Ножик для того, чтобы нарезать мыло, да? Угу. Так, и так, для того, чтобы нарезать мыло, нам нужно сначала размельчить мыло, вот эти вот кусочки, на небольшие кусочки. Вот да, и положить в стакан из набора. И потом мы это все будем дело распаривать на водяной бане. Так? Это здесь. Также его можно распарить в микроволновке, но на водяной бане гораздо нагляднее процесс распаривание, поэтому мы будем делать это на водяной бане. Но самостоятельно без родителей это делать в коем случае нельзя. Надо сделать так, обязательно в присутствии с родителями. Так, вынимай мыло. Нет, просто снимай пока на стол. Так, клади и вынимай беленькое. Клади. Так, давай сейчас будем нарезать. Вот мы нарезали наше мыло. У нас получилось две тарелочки мыла. Одна тарелочка с прозрачным, с прозрачной основой и одна с белой основой. Паровая баня у нас уже почти закипает. Сейчас начнем растапливать. Вот мы поставили наше мыло на кипящую паровую баню. Краситель у нас трех цветов, желтый, красный и синий. Сейчас у нас мыло растопится, и мы приступим к смешиванию и к заливке формы. Ну вот, прошло примерно 10 минут, как на водяной бане мыло наше растопилось. Сейчас будем заливать форму. Итак, приступим. Значит, мыло наше растопилось. Набирать мы его будем с помощью шприца, чтобы никуда лишнего нам не попало. Вот что у нас получилось. Мы сейчас залили те маленькие части, которые нам нужно было залить белым, мы их залили. Нам сейчас осталось залить еще дельфинчика и две волны синеньким цветом. А потом мы будем заливать основу. Так вот что у нас получается. Значит, мы уже залили все маленькие детали белым и синим цветом. И сейчас будем заливать основу мыла, каждое мыло своим цветом. Теперь мы будем заливать основной цвет звездочки. Звездочка у нас будет синенькая, поэтому мы подготовили. Это цветочек. Ну, можно сказать, что это цветочек. Мы подготовили синий цвет для нее. Заливаем. Выровняем чуть-чуть.
нас остался еще небольшой зазорчик. Его мы потом дольем белым цветом. Так будет интереснее смотреться. Все, оставляем подсыхать. Итак, следующий этап мы заливаем мыло дельфинчиком. Оно у нас будет желтым. Желтый цвет у нас будет на прозрачной основе. Так. Так, пузырьки у нас появились, поэтому дальше будем убирать специальной палочкой. Так, вот такой вот получится у нас прозрачная мыльца. Вот это вот уберем. Ну, все оставим так. Застывает. Сейчас вот это подостынет. Пока мы подготовим красную основу, тоже прозрачную. И будем заливать третье мыло красным цветом. Тоже на прозрачной основе. Так, теперь мы намешали красного красителя в прозрачную основу. И заливаем третье мыло им. У нас уже прозрачной основы совсем не осталось. Поэтому сейчас посмотрим. Ну, фактически прямо до краев. Больше уже и некуда. Так, сейчас опять пузырь надо убрать. Вот пузырей, я думаю, не должно быть. Вот у нас получилось такое красное, желтое и синее мыло. И у нас осталось еще немножечко белой основы. И поэтому там, где у нас вот в синеньком у нас осталось еще чуть-чуть места, мы сейчас туда и зальем белый цвет. Сейчас я его подготовлю и будем заливать. Белую основу мы разогрели. И останется ее залить в синее мыло, в нашу звездочку. Ее осталось совсем чуть-чуть, надеюсь, хватит. Все, остается ждать. Не будем сейчас ничего больше трогать, чтобы не нарушить. Через полчасика мыло полностью застынет, и уже можно будет вынимать и использовать. А теперь наше мыло готово. Мы его резали, растворяли, добавляли красители, заливали в форму. А теперь мы его будем доставать. Ева, давай теперь покажем, как получилось. Это твое мыльце, да? Mm-hmm. Для себя делала. Нет, покажи получше, чтобы видно было. Дельфинчик все закрыла. Вот, давай. Такой дельфинчик у нас получился. Мы ему сделали еще глазик. Вот, давай следующую показывай. Вот, получилась такая звездочка с корабликом. И с той стороны она белая. Покажи, что она с той стороны белая у нас получилась. Такое вот мыло. И третье мыло, которое у нас получилось. Красненькое с ракушечками. Вот такие вот у нас получились три мыла. Понравилось тебе делать мыло? Да. Интересно? Да. Еще в следующий раз как-нибудь сделаем, да? Да. Только сами сделаем основу для мыла. Попробуем даже сами сделать, да. Угу. В следующий раз. Ну, с чего-то надо было начинать, да? Это наше первое мыло. Будем считать, что оно у нас получилось. И очень даже неплохо, да? Да. Ну что, давай прощаться. С вами был канал Ева and Play. Всем пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.